Это видео благодарности Елизавете Саморуковой и ее команде. Это видео, это малейшее, что мы можем сделать для Елизаветы, потому что благодаря ей все члены нашей семьи получили грин-карту. Все с Елизаветой. И у каждого из них, из нас, был индивидуальный кейс, очень сложный по-своему. Но когда я последняя получила грин-карту, кейс был настолько сложный, что никто не верил, что мы действительно сможем получить эту грин-карту. И поэтому мы хотим сказать большое спасибо Елизавете и ее команде за то, что мы сейчас счастливые резиденты такой прекрасной страны, как Америка. Я в первую очередь хотел бы Елизавету поблагодарить за свою грин-карту и грин-карту моей мамы. Но на самом деле основная благодарность, почему мы записываем это видео, это то, что Елизавета, моей любимой жене, Викуле, помогла получить грин-карту. Как Вика правильно сказала, мы из-за того, что у нее был очень сложный кейс, абсолютно необычный, мы к 4 адвокатам разным компаниям обратились, чтобы понять картину, увидеть разное мнение о ситуации. Два адвоката нам вообще сразу сказали, что нет, пока вы находитесь в Америке, это невозможно, нужно ехать в консульство. И, в общем-то, хотели нас отправить в Украину получать эти документы, что, конечно, для нас было недопустимо в связи с жизненными обстоятельствами. Елизавета сказала, что действительно была честна с нами, она сказала, что вероятность это так сложно, но она сказала, что мы приложим все усилия. Это сложно, но возможно. Действительно, у нее и у Даши, которая с нами работала, был очень персональный подход к нашему кейсу. Они действительно отслеживали каждый шаг. Благодарность Дарье Матвеевой, которая очень регулярно и сразу отвечала на наши все вопросы. Дополнительный вопрос возник, мы сразу звоним Дарье. Дарья сразу делает все, что мы просим. Консультируется с Елизаветой, сканирует все, что надо, подготавливает быстро. Чувствовалось, что она не откладывает нас на потом, а сразу делает все, что надо. И за это, конечно, нету предела благодарности. Мы очень серьезно отнеслись к выбору иммиграционного адвоката. И я считаю, что это настолько серьезно, этот выбор должен быть осознанным и серьезным, как выбор врача. Мы проходили очень много консультаций с разными адвокатами, мы платили за консультации, и каждый из них говорил что-то другое. Возможно, каждый был по-своему прав, но самое сложное для нас было выбрать, кого именно послушать, так как советы разнились. И от этого конкретного выбора зависело, можно сказать, наше дальнейшее будущее. И это было так сложно, это был очень сложный эмоциональный период выбраться, довериться какому-то конкретному адвокату. И так как Елизавета уже делала грин-карты для других сложных кейсов в нашей семье, мы решили пойти по пути, который советовала именно она. И когда мы получили грин-карту, удивились даже другие адвокаты, которые не верили в это. Они сказали, что так не получится. А Елизавета сказала, давайте попробуем вот таким путем. И мы все плакали, всей семьей. И после этого Елизавета – это первый человек, которого я советую всем. Мы безмерно ей благодарны, что вот мы сейчас находимся не в ноябре месяце, не в холодной Украине, а в теплой Флориде, на пляже. С таким хорошим видом, в такой классной стране. Так что, действительно, получение иммиграционных документов – это ты как бы доверяешь свою жизнь человеку. И я рад, что мы доверили свою жизнь Елизавете и не ошиблись.